остановили пьяного водителя, но вместо того, чтобы составить протокол, потребовали взятку. В этом обвиняют бывших сотрудников ГИБДД из Алатыря. Дело передано в суд. По версии следствия, в ночь с 11 на 12 августа в Алатыре обвиняемые остановили автомобиль под управлением местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Не составив в отношении него протокола об административном правонарушении и не приняв мер по привлечению его к установленной ответственности, они потребовали за это передать им взятку в размере 20 тысяч рублей в срок до 18-19 августа. 21 августа, не получив ранее оговоренной суммы денег, они приехали к дому водителя и вновь потребовали их, угрожая в противном случае изъять его машину под предлогом того, что якобы она проходила по ДТП, и поместить на специализированную стоянку или продать. В тот день они установили ему новый срок. 1 сентября злоумышленники направили к нему за деньгами своего знакомого. При получении указанной суммы взятки были задержаны с поличным сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас злоумышленники под домашним арестом. На их банковские счета наложен арест.